Сейчас оно уже делается. Сразу можно даже ремкомплектов сделать, показать, где мой танк. И танк мой поломанный сейчас. Сейчас покажу, как это все работает. Так, ну все, вот ставлю, например, смотри, иди сюда ко мне. Сейчас я приеду, на поезде. Вот я поставил дрон-станцию. Сейчас мы к ней ток подведем. Сундуки. Вот сундук снабжения. И вот сейчас сундук запроса сделается. Давай сейчас сюда дронов положу. И ремкомплекты. А, еще не сделали себе. Езжай, комне. Come in, please. А, дронов-грузчиков у нас нету, так что не получится показать, как они переносят. Ебать не щемят, суки. Падлы, блять, убили опять. Сейчас, поправить. А зона такая большая у нее. На самом деле. Ну, видишь, это вот зона ремонта. У нее большая. А зон транспортировки не очень. То есть это везде, где нас атакуют, надо будет ставить? Да, да. Ну я вообще везде там ставил, то есть как бы это не напряжно. У меня красные чипы делались, вот эти красные микросхемы. Я их в сундук. И зеленый тоже в сундук. У меня сразу два там. И просто за запрос дроном делал, что мне нужно на дрон-станцию столько-то и столько-то. И они как бы приходят и мне приносят все, что надо. Что там на нее надо, ну-ка. Вот, да, мне балки приносят, а, ну, пластмасс только не приносили. Не выбрался. Так, ну ты идешь там, что-то? Я почти побежал, все, я выберу. Такая вот хуйта, да? Да, вот смотри, туда я дронов запулил, и смотри, ремкомплекты, да? Вот, смотри, ставим танк поломанный, тебе смотри. Опа! Видишь, он чинит его. Один немножко починил, расходовал дальше. А тебе дальше смотри. Ставим в сундуке запрос, делаем запрос на дерево. А как ты запрос делаешь? Вот смотри. Ну там выставляешь как у себя в этом, в логистике. Вот, ну открой, видишь, там написано логистика. Вот 50 дерева. Дальше делаем вот такую хуйню. И... Теперь смотри. Цени. Четкое тело, да? Ебать. И так же они строят. А теперь смотри, из сундука запроса вынимаем, например, дерево, да? И ложим дерево сюда, в сундук снабжения. А, ну они сейчас, наверное, не понесут. Нужны дроны-погрузчики. То есть второй тип дронов. А как их делать? Ну тут то же самое, только надо заводик поставить, и из чего они делаются только? Они делаются... Ой, там тоже дохрена много чего. А где ты это выбираешь, какого сделать дрона? Ну нигде, вот, вот этот завод я поставил вот этих дронов делать. Ремонтных, потому что они нужны. А так нужен транспортный дрон, чтобы они из сундука в сундук перетаскивали. Ну нам сейчас нужны ремонтные, поэтому ремонтные пускай делаются. А как выбирать, какой транспортный, какой ремонтный? Ну вот, вот смотри, заходишь, например, в этот чемодан, и вот он, транспортный дрон, ремонтный. Это где сундуки синенькие, фиолетовые, видишь? И так далее. Сундуки? Нет, смотри, вот открываешь, где транспортировка, да? Производство. А-а-а, и там внизу дроны, вон, да. А, не, глянь, тут красные только нужны ему чипы. Можно, кстати, сделать сейчас. Давай, кину. Опа, положил дрона нам. Вот, смотри. Зацени, иди сюда, сейчас покажу. Так, где дрон? Вот, смотри, сейчас он будет таскать, видишь? Оп, таскает. Из того, из сундука снабжения активно вот этого. Сундук запроса, он где его тащит. Да зачем это делать? Не, ну это просто я бы так поставил для примера. Соответственно, вот такие... Вот, можно в инвентарь, то смотри. Например, отсюда берем. Бля, так он сейчас будет таскать. Смотри, сюда ложим, например, дерево, да?
Вот, теперь у себя запрос сделай. Что-то сказать-то. Да он сделан вроде запрос. Запрос у тебя сделан на дерево? Ну да. В логистике именно, да? Ну смотри, сейчас он будет таскать. Смотри, у тебя дерево появляется, нет? Нет, он куда-то таскает тот чемодан. Ну, он-то еще пока работает там. А что он бьет оттуда туда таскать? Там что, сундук? Там сундук склада. А он склад таскает зачем-то, дерево, зачем? Давай этот сундук обыкновенный поставим. Все, нахуй, не выебывайся. Ну вот дерево мне дай, сука. Сука! Сейчас еще дронов А че он потерялся? Так, сейчас я... А где дроны были? Оп. Так. Что это на инструменты нужно? Нет, чтобы тебе дерево он дал, нужно его положить сюда. А, тут лежит. Ну давай сейчас запрос сделаю, посмотрю как. Вот, смотри, вот мне деревья таскают, цени. Мне тоже выбрано, но мне не таскают почему-то. Ну что, не так как-то выбрал? Мне нормально взяли, понесли. Ну вот, я нажимаю компоненты. Блин, таскают. Рабы, персональные рабы. Ну, ты смотри, логистика, у тебя должна в логистике выбрана бревна. Ну вот, я выбрал бревна. И что нажать? Ничего не жать? Ничего, просто 50 бревен должно у тебя выставиться. 50? Вот. Все пошло. И вот так все остальное, все, что тебе нужно, если они у них вот в фиолетовом сундуке есть на складе, да, типа вот в этом сундучке что-то, то они вот это будут тебе доставлять. Успокойся. Ну ты отменяй. Вот, наведи на дрон-станцию и отдали эту территорию. На максимум. Навел? Ну да. Видишь, этот самый такой коричневый квадрат и зеленый квадрат. Ну. Вот. Чтобы дрон-станции состыковались между собой, они должны быть в зоне коричневых квадратов. То есть коричневый квадрат должны состыковываться. Тогда будет такая типа полосочка идти, что типа дрон-станции, ну, взаимодействуют. И они смогут прилетать от одной. Да, и они от одной другой прилетают и тебя снабжают, если они все в зоне. Соответственно, снабжают из сундуков... А в зеленые они чинят, да? Да, в зеленые они чинят, либо собирают, вот как деревья я тебе показал. Вот, они все собирают в зеленые, вот, ну, например, там, что-то такое строительное занимаются. А из сундуков только, если сундук находится в коричневой зоне. То есть они... И, соответственно, если ты находишься в коричневой зоне, они тебя понесут. Если ты в зеленой зоне, то они не понесут тебе ничего. Нужно быть именно в коричневой зоне. Вот. И таких, в общем, нужно дрон-станции везде понаставить, и чтобы они летали и чинили около опасных районов. То есть, чтобы все было в зеленой зоне. А если сломают, то уже все, да? Да, ну и, соответственно, им сундук нужно поставить, чтобы они мерили сундука. То есть, ремонт завод с ремонтными этими деталями. Ну-ка, что-то на них нужно. Зелененькие еще. Да, зелененькие, и нужно и шестерни. Ну, вот. Сейчас... Почти все изобрелось, в принципе, смотри. Можно тогда взять этот, разобрать синенькие колбочки. Там красные чипы и зеленые чипы есть. Ну, вот смотри, я делаю зеленые чипы вот вверху, да. Можно вот тут вот длинную полоску сделать, так зеленых чипов и красных. И я про то, что можно не вот эти зеленые чипы использовать. Тоже дохуя, смотри, зеленых чипов. На колбах делается. Вот, и все. А дронами поставить, чтобы они доставляли в сундуки, снабжали... Туда все, что нужно. Да, таскали в эти сундучки, все нормально. А как ты эти пометки делаешь? А, где? Это эти. Это станции. Да. Там, когда составишь ее, там можно переименовать. Неприкольно назвал электростанцию. Надо было звать зверь. Пожирающий зверь. Ну это чтобы понятно было. Вот, можешь потом сделать, кстати, вот потом можешь играть, окольцевать дальше, вот их убьем, а ты уже поведешь железную дорогу, второе кольцо сверху от электростанции и да, вон, блин, да куда-нибудь. Попробуешь, как оно это делается, работает в железной дороге. Здесь металла мало вообще стало. Да, металл вообще как-то кусками лень идет и как-то равномерно цене. Я главное поставил, там еще производство еще не совсем мало. Слишком много сплиттеров по пути. Да. Ну оно, видишь, он там вообще тормознуло, там нужно синий сплиттер ставить, сплиттер.
И все, либо как-то, блин, я хуй знает, второй конвейер еще там делать. Третий, чтобы он шел по сотне конвейеров. Ну тут как бы вот основной внизу идет этот вот запасной. Потому что оно мне вот сюда нужно, вот. Но оно мне как бы не доставляет, потому что близко, во всяком случае. А тут ебашит, чисто один станок вырабатывает медную проволоку нормально. Бля, а тут походу не справляется что ли с зелеными? Да, походу не справляется. Надо увеличивать. Да, и сюда, и вот дронами вот так-то можно уголь еще доставлять. В общем, везде, где неприступны эти самые места, все дронами у меня таскается. Для маленьких заводиков каких-нибудь. И все. И вот такие вот маленькие, где там маленькие эти самые как районы, там с этим, с камнем и так далее, с медью остаются. Туда один этот самый бур ставишь и сундук с этого самого снабжения активного. И все, и дроны оттуда таскают все, что надо, куда надо. Они не изнашиваются? Нет, дрон нет. Во, лезут, как с рокером. Воевать надо. Чуть не хватает красных воеваться, чипов. Блядь. Давай таких дронов поставим. Они зеленые чипы нужны. Вот и все, и делать. У меня даже сундук стоит, что дроны своих дронов подтаскивают сразу к этим... к себе в дрон-станцию, то есть сундук этого самого снабжения поставил, еще один из запроса, и он сразу из сундука перетаскивает и дронов, и эту самую, и подтягивает, что, кстати, очень удобно, то есть не надо заморачиваться, а еще дронов таскать. Так, ну это дрон-станция так у нас для примера стояла, ее нужно будет а снести. У тебя еще есть? Может поставим сразу? Нету. Это нужно стальных балок, а мы хоть можем сейчас 45 красных взять, там у нас есть красненькие. А, есть, вот, сейчас смотри, сейчас мы с конвейера просто цепанем красненьких микросхем. Да давай, блин, иди. 45 если наберется. Прикольно, можно... дерево вырубили. Вылетели. Да, да, да. А прикинь, когда она небольшую это самое дерево вырубает, она вообще пиздец. Такие налёт. Вылетает. Такое-то арава такая вылетает и все с ней сносит. Прикольно, на самом деле, очень. Так, ну-ка, хватает. 45, да. Ну и все, сейчас делается. Да, тут еще строить и строить производство. Самое интересное, не хватает все равно металла. Ну ничего, еще полегче это на самом деле, изобретемся. Очень много всего уходит. Тут еще улучшать изобретения вот эти вот, да? Да вот пятый уровень, или тут даже можно на шестой уровень, походу, дело. Сделать. Да. А дальше седьмой, восьмой, до десятого, что ли, будет все это. Урон. Да хоть от пуль. Так, сейчас делается дрон-станция. Вот, смотри, сейчас я поставлю. Ты ее будешь в радиусе ставить? Не, ну я просто для примера поставлю тут. Вот я наведи на нее. А. Вот, ну, видишь, поставим, так, наверх, такая линия. Пускай чинит, не? Ну поставь, да. Ну ей нужно именно, чтобы она не уходила от этой. От какого? От чего? От этой станции. Ну, давай тут тоже снесем. Надо где-то их поставить аккуратненько. Две. Ну, нужно вот тут можно. Поставить. Вот так вот, например. Тут. Или подожди, может, так вот. Она, пускай этот мини-завод охраняет нас, отсюда вечно лезет. Ну, тут вот, не знаю, максимум, что могу поставить. А они не в зоне будут тогда, чувак. А у меня еще одна есть сделка. Ну вот. Вот смотри, чтобы она тут завод охраняла. Нужно между ними тогда поставить. Ну именно, чтобы, видишь, вот чтобы плохо. Почему нельзя на большое расстояние? И должен именно коричневые квадратики соприкасаться. Чтобы между ними связь была. Вот я поставил, да, вместе.
Где ты поставил? А, ну вот там у себя. Ну да, ты там не можешь тоже подсоединить. Да. Смысла от нее не будет тут никакого. Так надо, чтобы до вышек доставали, это главное. Там и вышки чинить надо. У меня была чинилка, кстати, я положу. А как, в них надо пихать эти дроны, да? Да. И в каждую надо пихать, они прилетать не умеют. Не, а они прилетают. То есть где запрос идет, они туда летят. В смысле, а если надо починить, к примеру, они прилетят? Ну, да, да. И сам? Там останутся на последний. А эти складывать, это надо каждый сундук поставить? Да, это каждое нужно. То есть около каждый сундук поставить и синенький сундук запроса, да? А именно запрос обычно не канает? Да, обычно не канает, что. То есть и в нем сделать запрос на 50, например, этих самых... как он называет, блядь? Ремонтных комплектов. И все, и это оптимально. Вон, они там что-то починить, что ли, хотят? Да, 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 вот видишь, они летят, чинят. Они летят? Они не летят. Нет, они не летят, да, просто там написано, что повреждено. А что они не чинят? Ну, потому что нету ремонтных комплектов. И дрона вообще нету. А вот смотри, сейчас подключу к току. Давай. Смотри. Вот сейчас с моего этого самого, да, издалека. А она не достает. А, достает. Достает. Вот, смотри, сундук запроса. Тут мы ложим ремонтные эти сейчас. Я положу. Вот, электричество что-то. Че это электричество показывает? А это не знаю. Вот, смотри, сейчас вот этих дрон ложу. Сейчас они отвиснут. А че? А, ремкомплекты не так. О, смотри, видал, полетели они туда чинить. Вот, можешь проследить за ними. Не хоть бы от одной другой прилетали, суки. Нет, они все сразу пошли. Видишь, забрали. А че они сразу так не могут? Вот, видишь, и пошли чинить туда все это ж. Он чинит. О, ништяк. Вот это надо везде, чтобы так было. Да, и вот так везде надо выставить вот этот периметр, чтобы они летали, сами чинили между станциями. И связь между станциями, дрон-станциями должна быть обязательно. Видишь, и пофиг, в каком месте что сломают. Они полетят сколько нужно. Когда их слишком много будет, когда они расплодятся, вот как у меня... На потоке поставлено. О, тогда вообще красота, потому что они прям летают такие, знаешь, колоннами, такая колонна идет, типа по мини-поезду такого, ты бы видел. А когда ты делаешь запрос на что-нибудь, да, и стоишь прямо около сундука, и они в тебя летят, и от тебя разлетается вообще такая тема нереальная, тебе скажу. В общем, прикольно. Ну вот так вот оно работает, в принципе, дрон-станция. Нет. Ну, это еще долго, короче, надо на производство все это поставить. Да, вот нужно дронов на производство обязательно на поток поставить. А дрон-станции можно? А дрон-станции нет. Ну, они легко делаются. Красненьких, просто тебе нужно ящик красных, ящик, что там, этих шестеренок. Вот я делал. И ящик этих, чтобы близко стояли. И все. И дальше просто состояние по центру запрос делать, все, тебе нужно там дрон-станции, там, штук 5. Они делаются, в принципе, быстро. Главное, чтобы все ресурсы у тебя были в наличии. То есть не обязательно их ставить на поток. Тебе их много-то особо и не надо. Вон они у нас полбазы перекрыли уже, считай. Угу. Только ну, три штуки много поставили. Баз, по-моему, проблем. Да. Вот и все. И это также нужно ставить, вот я ставил их еще на добычу ресурсов, да? Туда дрон-станцию, дронов туда пихаю. И ремкомплектами забиваю там и все. Даже они не соприкасаются у меня с основными, да, станциями. Просто зато они летают, чинят, да и все где-то в отдаленности. Как ремкомплекты кончатся, ну, подъеду, заправлю их туда. И все. То есть так удобно. И, соответственно, ты уже не волнуйся, что на тебя там нападает кто-то. Если нападают, они чинят. Все равно надо их немерено все это главное, да? Да, да. Тут надо, чтобы они чего-то коричневым вообще все покрыли. Да-да-да. Тогда будет модно. Стильно, модно, молодежно. Угу. Ну а что у нас с электричеством сейчас? О, нормально держится. Нас ракете лень ночью убрали. Надо будет аккуратно просто увеличивать, чтобы вот таких вот скачков не было. Беспредела. Ладно, что, на сегодня тогда закругляем.